недельная глава Трума. И говорил Творец, обращаясь к Моше: так скажи сыновьям Израиля, и пусть возьмут приношение для меня. От каждого человека добровольное пожертвование, от всего сердца возьмите приношение для меня. Это глава Трума, и говорится здесь о том, что после того, как еврейский народ сошел с пути, пошел за сбродом народом, которые построили золотого тельца, и когда Моше 17-го Тамуза спускается и сжигает его, и говорит левитам: кто с Творцом, ко мне, и они убивают всех тех, кто служили идолам, с предупреждением и со свидетелями. И третий раз поднимается Моше на гору Синай, и Творец дает ему в руки вторые скрижали, те, которые вытесал Моше, и на которых заново высек Творец 10 заповедей. И их приносит Моше в Йом-Кипур еврейскому народу. И они получают повеление строить переносный храм. И вот это наша глава. И следующая, Тецаве, которая говорит об одеждах коэнов, это было после греха золотого тельца. Но объясняет Раши, то, что объясняют наши мудрецы, нет хронологического порядка в Торе. И Творец посылает нам лечение до болезни. И эта глава говорит о том, как каждый еврей отдал добровольное пожертвование в честь Творца, чтобы построить в пустыне переносный храм. И тут же задается вопрос: но почему вдруг возьмите, а не дайте? И это то, что открывается. То, что даже человек отдает от себя, отрывает от себя, от всего сердца. На самом деле, кому принадлежит мир? Творцу мира. И все, что есть у меня, принадлежит Творцу. Поэтому возьмите у меня и дайте мне. Когда Творец сказал Моше Рабейну построить переносный храм, сказал Моше: как это возможно? Ведь небеса и небеса небес не могут вместить твою славу. Как же маленькое здание могут вместить твою славу? И Творец сказал: мне даже этого не нужно. Достаточно мне одного локтя между двумя крувим, которые на крышке ковчега завета, чтобы оттуда я говорил и обращался к тебе. И моя шхина находилась в этом месте. И Бецалель бен Ури бен Хур, он знал, какими буквами Творец творил мир, и в каждом сосуде, который был при построении переносного храма, была великая тайна. И он знал эти тайны. И было два крува. Керувим, как дети. У одного лицо мальчика, а у другого лицо девочки. И это как еврейский народ обращается к Творцу. Так Творец обращается к еврейскому народу лицом к лицу. Когда мы исполняли его волю, ангелы распростирали крылья один к другому. А когда мы нарушали его волю, они отворачивались друг от друга. Арон Абрит, ковчег завета, он состоял из трех ящиков. Внутри был золотой ящик, снаружи был золотой ящик, а внутри был ящик из кедра, эц шитим. И еврейский мудрец, он должен быть как чистое золото снаружи и снутри. А посередине это дерево, это эц хаим, дерево жизни, это Тора. И постройте мне переносный храм, и я буду находиться в вас. Так говорит Творец. Где в вас? Это то, что Творец хочет.
чтобы его шхина присутствовала в сердце еврея. И когда великий мудрец приехал в Нью-Йорк, и мэр Нью-Йорка устроил ему большой прием и дал ему ключи от города, он сказал: «Когда я вижу вас, я понимаю, что Дарвин был неправ. Вы были сотворены Творцом». Мишкан – это место присутствия шхины. Радость, которая была перед Творцом в день освящения переносного храма первого Нисана, как радость, которая была в первый день творения, когда были сотворены небо и земля. Ради того, чтобы шхина Творца находилась на земле и были сотворены небо и земля.